Воспитанники епархиального образовательного центра при храме Петра и Павла готовятся к началу весны, репетируют песни. Им предстоит давать концерт для своих слабовидящих сверстников. Музыка – это вообще тонкая материя, которая, ну вот, какой-то на каком-то таком душевном уровне. Вот. А душа ребенка – это же самое главное. Мы не хотим, чтобы у него черствая, закрытая душа была, мы хотим, чтобы они видели мир широко распахнутыми глазами. В образовательном центре Отечества несколько десятков различных направлений творчества. Дети учатся шить, делать игрушки, фотографировать, изучают английский язык. Особое внимание в центре – духовному воспитанию. Вся деятельность детского епархиального центра направлена на воспитание, самое главное, подрастающего поколения, духовно-нравственные ценности, любви, внимания к ближним. Ну, то есть вот все то, за что мы, ну, что мы так ценим в человеке. Заботясь о душе, не забывают о теле. Занятия по самообороне популярны не только у мальчиков. Я научилась бороться, защищать семью. Если мы идем по темной улице, можно себя защитить как-нибудь. Занятия в епархиальном центре проходят в будни, и денег за них не берут. Попасть в центр могут все желающие. Для этого родителям нужно написать заявление и собрать необходимый пакет документов. Лариса Шалафаст, Константин Головин, события.